Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте media56.ru. Продается дом в селе Каменка Сакмарского района, 70 километров от Оренбурга. Площадь дома 87 квадратных метров. Все удобства. Участок 22 сотки. Цена 1 миллион 350 тысяч рублей. Телефон 8 912 846 46 72 или 96 46 72. Бурение скважин на воду. Телефон 93 52 54. Ремонт любой бытовой техники. Обращаться Хабаровская 113/1. Телефон 90 90 90. На производство требуются электросварщики, слесари-ремонтники, арматурщики, стропольщики, формовщики. Звонить по телефонам 53 84 70 или 27 00 28. Для работы в КФХ требуются комбайнеры с опытом работы на импортную сельхозтехнику. Условия работы и оплата достойные. Звонить 8 922 806 73 78. Требуются швеи, зарплата сдельная 32 тысячи рублей, обучение для иногородних общежития. Также требуются слесари-операторы оборудования. Телефон 8 961 911 35 44. Требуются лицензированные охранники. Телефон 938 077. Вахта в Москве. Требуются разнорабочие на производство и склады. Проживание плюс питание. Организуется доставка. Телефон 8 925 048 28 00. Предприятию «Комсервис» требуются рабочие зеленого хозяйства для работы на улицах Северного округа, посадка, прополка цветов, официальное трудоустройство, соцпакет, аванс, зарплата. Обращаться улица Терешковой, 154, телефоны 61 52 21 или 8 922 855 33 05. Требуется продавец-консультант мебели, работа от производителя, трудоустройство по Трудовому кодексу, зарплата от 30 тысяч рублей. Телефон 8 986 709 7410. Требуется программист 1С предприятия, телефон 29 44 97. Требуется помощник по хозяйству. Сад-огород, уход за животными, уборка территории. Возможно, с проживанием. Телефон 90 24 24. Требуется бригада для постройки каркасного дома. Звонить 92 80 10. Требуются сезонные рабочие. Зарплата 21 тысяча рублей. Телефон 26 01 67. Требуются сортировщики. Оплата ежедневно. Звонить 96 36 16. Требуется менеджер по продажам строительных материалов, химии. Оклад плюс процент от продаж. Обращаться Донгусская 8/3. Звонить в будни с 10 до 17 часов по телефону 90 19 02. Требуется уборщица. Телефон 8 922 551 44 40. Требуются водители автобуса ПАС на дачные маршруты. Телефоны 90 73 45 или 90 10 75. В кондитерский цех поселка Овощевод требуется посудница, уборщица. График 2 через 2, имеется развозка. Телефон 251 390. В столовые требуются заведующий пищевым производством, заведующий складом, повара, работники кухни, грузчики. Телефон 48 200 04. Требуются лицензированные частные охранники. Телефон 92 06 64. В организацию требуется рабочий по зданию. Зарплата от 23 тысяч рублей. Соцпакет. Телефон 30 20 10.
требуется мастер по благоустройству, а также дворник. Телефон 46-72-02. Срочно требуются лицензированные охранники. Телефоны 8-987-870-56-31 или 8-922-628-39-01. На озеленение требуются рабочие, физическая работа. Оплата ежедневная от 900 рублей. Обращаться 63-я линия 61. Звонить по телефонам 8-922-539-2946, 8-909-600-99-88. Охранному предприятию требуются охранники. Звонить по телефону 55-77-31. В управляющую компанию требуются уборщица подъездов, строитель, энергетик, дворник. Телефон 48-40-80. В организацию требуются сварщики, плотники. Зарплата высокая. Телефон 8-961-924-84-08. В автосалон требуется автомойщик, уборщица, автослесарь. Звонить 911-999. Требуются лицензированные охранники. Телефон 77-33-98. Требуются рабочие. Телефон 92-45-23. Требуется официант, уборщица, автомойщики. Телефон 8-922-858-18-00. В кондитерский цех требуется грузчик. График 2 через 2. Зарплата своевременно. Телефоны 57-25-01 или 209-509. Требуются слесари, сварщики. Телефон 23-83-37. В поселок Южный требуются пилорамщики и помощники. Телефон 250-617. В федеральную компанию «Сатурн» требуются продавцы-комплектовщики, колеровщик, грузчики и кладовщики. Телефоны 540320 или 8-912-345-7161. Компания «Меркровли» приглашает дворника, график 5 через 2 с 9 до 18 часов, водителя на манипулятор. Телефон 96-99-40. Требуются менеджеры, кладовщики по реализации запасных частей к автомобилям, продажа запасных частей к автомобилям УАЗ, ГАЗ, ВАЗ, оформление по Трудовому кодексу, зарплата достойная, выплата 2 раза в месяц, телефон 56-48-28. Требуется машинист погрузчика, телефон 46-72-02. Требуются охранники. Звонить 92-85-91. Требуются продавцы. Телефон 8-912-847-09-40. В организацию требуются уборщицы и дворники. Телефон 30-20-10. Требуются мойщики на автомойку. Обращаться по телефону 917-888. Смотрите программу «Видеоблокнот» на нашем сайте media56.ru.